Всем привет, с вами Прия. Сегодня среда, значит пришло время вскрывать недельные сундучки. Помимо них вскроем как ПВЕшные, так и ПВПшные сундучки, ну а еще и азеритовые вещицы на твинках. Там наконец-то накопилось достаточное количество пыли, и в принципе можно немножко порандомить и получить что-нибудь классненькое. Вскрою сундучки за репутацию, получу большое количество силы артефакта, конечно же, ну и... Какая-то игрушка даже выпала, и питомец какой-то выпал. Окей, хорошо, ладно. Еще что-то, еще заберем. Больше наград, больше силы артефакта, больше голды. Голда — это хорошо, на самом деле. Ну что, добыча хмелевар, поехали. И я надеюсь, упадет что-то хорошее, то, что мне нужно. Пушечка. Зачем? Если у меня есть... Крафтовые в теории. Ну да, не сейчас лучше. Ну, окей, окей, ладно. Осада Баралс, модификатор текущей недели, кишащий, взрывоопасный и укрепленный. Кишащий большое количество мобов, взрывоопасные сферки появляющиеся, введя на стриме команду восклицательный знак Affix, вы увидите абсолютно весь ютубовский плейлист, который имеет в себе видео по... этим сферкам, а именно Викауру и поведение при данном модификаторе. Ну, а укрепленное — это самое обычное усиление мобцов на ХП и атаку. Также добыча хмелевар. Что это? Это запястье хасткрит. Бесполезные. Окей, сапоги мы надеваем. Ну и все. Танк сохранить. Ну, эти запястья можно продать. То есть они на самом деле ни к чему. Ну, а эти ступни нужно будет просто распылить. С целью того, чтобы вернуть себе дыхание в Ансамди и... Дистиллиум. Грустно, грустно. Но ничего, хотя бы не перчатки. И то хорошо. В текущий момент, кстати, бонус от режима войны составляет 15% для Альянса. Ну а поэтому никакого квеста на убийство 25 ордынцев нет. Да хотя 385-я шмотка, которая там дается, уже и не особо нужна на самом деле. Так что можно и без нее прожить спокойно. Добыча кровь. Угу, поехали. Пуха. А, плащ. А, без хосты. Ну, в принципе, неплохо на самом деле. Я подумаю о том, стоит ли его надеть или нет. А, пока что отложу. Ну, а этот плащ можно, получается, спокойно продать, потому что он 400-й. И я его хранил с целью того, чтобы передавать 400-е плащи. А теперь у меня есть 410-й, и смысла оставлять его нету. Накопилось пыли титанов 2000. Пора ее израсходовать. Где у нас тут покупка азеритового снаряжения? Ну да, конечно, плечо. Не иначе. Добыча все так же кровь. Поехали. Так, что это такое? Это что-то интересное, наверное, да? Для Блада. Угу. 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 Так, ну, пускай будет вот так вот. А тут что? И пускай будет вот так вот. Ну, в принципе, неплохие трейдли танковские на самом деле. То есть, броня есть. Тут, скорее всего, ну, быть может, тяжелый щит будет полезнее. Неплохо, неплохо вполне. Конечно же, надеваем. Этот прирост стат, это прирост этим левелу. Не трейтов, конечно, но шея раскачается, и будет еще плюс один трейд, так что все будет хорошо, я в это верю. ПВП сундучка нету, ну, потому что кап завоевания не отбит все-таки этот винг, и времени ему уделяется не особо много, как монаху. Ну и последний персонаж — воин. За него я просто зашел, прошел одну десяточку, и как бы все, хватит. Или 11-й ключик, я не помню уже. То я как-то вспомнил про него вообще в самую последнюю очередь.
Потому что монах полезен в рейде, ДК тоже полезен в рейде хоть чуть-чуть, но аваром что-то как-то не нашлась еще моя полезность. Поясок 410. Да, полезный. Надеваем. А у меня был такой же 370. Только с мув-спидом. Неплохо. Так, а что у нас касательно пыли титанов? Тут тоже должно было накопиться ее достаточно. Да. Покупать будем плечи. Не сюда, а вот сюда. Так, что это такое? Это что-то интересное? Сделаем так. Тут что? Повышение искусности. Повышение показателя блока. Ну, а потом я возьму просто-напросто круговерть. Возьму круговерть. Потом возьму ободряющий клич. Ну и все. Это, конечно, будет не скоро, потому что нек не особо быстро качается. На твинках времени в них выливается мало. Так что... Быть может, когда-нибудь при удачном стечении обстоятельств все прокачается. Да. Не забывайте чекать ссылочки в описании касательно моей самой топовой заглушки. Есть там информация очень хорошая. Надеюсь, она вам понравится. Всех благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги. Лута вам хорошего. Самое главное. Прокнутого и полезного. До скорого!